Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Эндер, и да, это Brawl Stars. Как я и обещал в прошлом ролике, я записываю Brawl опять. Спустя, получается, год я решил опять доснять эту игру. Я не знаю, чем она меня так тянет, может, потому что на телефоне такая простая, может, ну, я не знаю. Короче, Brawl Stars — это, блин, основа моего канала была. Я помню, как я начинал записывать именно с Brawl Stars. У меня было много перезагрузок, и все они являлись, ну, как бы ключевой игрой являлась Brawl Stars. Вот, и в этом ролике, как он не успокоит, это обязательно, я решил обратно вернуться. Я также буду выпускать контент по Brawl Stars, его будет очень много, но я не забуду также про ПК гейминг. У меня будет очень разнообразный канал, у меня просто много планов. Я хочу прям достигнуть 1000 подписчиков. Так что давайте, если хотите выполнить мою мечту, то подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, потому что YouTube очень плохо продвигает мои ролики. Ну все, давайте попробуем сыграть. Я покажу вам своих персонажей. Как бы их не очень тут и много, тут только лишь 30 персонажей из 14. На момент игры, когда я уходил из этой игры, здесь был только... Так, я сейчас скажу. Мистер Пи. Вот недавно вышел. Я после этого ушел и видел здесь новых персонажей. Например, Спраут, Байрон. Кто это такой? Калет. Что это за хроматический, я вообще не знаю. Ну... Недавно я начал играть, 9500, я думаю, это очень плохой результат, потому что если зайдем мы, подождите, в списке лидеров, то тут какой-то Витал Шарк на 51 тысяча, у многих уже 50 тысяч, ну уже 45 тысяч, ну, короче, мало. Когда я зашел в трофейную дорогу, я просто офигел. Посмотрите, что они с ней сделали. Они ее продлили до 50 тысяч. Это же пипец, сколько много. Они ввели какой-то Бравл Пасс. Фигня полнейшая. Короче, игру они угробили этим. Ну, большинство школьников, конечно же, играют. Ну что ж, давайте скатнем карточку. Мне очень нравится персонаж Лу, но я не буду. Потому что... Ну, не хочу. А мне нравится очень персонаж Амбер. Лего новая, она мне недавно выпала. Очень прикольная механика. Здесь очень много механик добавили. И давайте пойдем в ШД. ШД наше родное, которое было с начала игры, в которой все играли, где я апал кубки. Никаких ваших броуболов. ШД. Вот. Тут также добавили много всяких тематических этих карт, типа космоопера, вот это вот все. Я посмотрел, и мой телефон не тянет. Увы. Вот так. Поэтому я не буду играть на этих картах, это точно, на ролике, потому что у меня минус будет телефон. Он просто зависнет, вылетит, я не знаю, что с ним случится. Взорвется. И, кстати, если... Как вы относитесь к Brawl Stars, если я буду его снимать? Помимо других игр, помимо другого контента. Я думаю... Так, подождите, у нас тут персонаж. Нита. Иди сюда. Далеко не убежишь, у меня 5 банок. Чё, за такой собралась? Арсений. Если Синич, ты меня смотришь, то привет. Ну, он знает. Это мой одноклассник. Давайте убьем наконец-то Ниту. На-на-на-на-на-на. Вот, все, минус Нита. Мне это очень лютый имбалансный бравлер. Потому что, ну, блин, ну вы посмотрите, у него атака, вы просто зажимаете и... А чтобы вам стрельнуть, там, например, с другого персонажа, надо целиться и отпустить. А тут зажимаете, вот, что творится. Очень прикольная механика. Также сюда добавили какие-то значки. Я не знаю, что это такое, но... Игра эти прикольнее стала. Люди стали теперь активней общаться, я думаю. Вот. Нам, кстати, найти надо последних двух. А вот, все, последний. Ой, он нас чуть не убил.
Какой плохой спук. Кстати, Спайк мой любимый персонаж, как вы знаете, олды моего канала. Я даже называл канал в честь его, Мудрый Спайк. Если хотите, кстати, чтобы я посмотрел ностальгические видосы по нему, то ставьте лайк. Ну а тем временем мы победили, топ-1. Ну, тут топ-1 очень легко занимать. Это прямо очень легко. Я это знаю, уже пробовал. Ну, значит, как бы я был 9500. И тем временем мы апаем 13-й Brawl Pass. И что у нас? Ящик. Давайте откроем. Ну, ничего не выпадет, наверное. Да. И еще, кстати, плохую новость я нашел. Недавно я узнал, что вот этот Brawl Pass убрал ящики. Когда я последний раз заходил в игру, здесь были ящики. Я, конечно же, это другой у меня аккаунт. Старый я, увы, потерял доступ. Здесь раньше были ящики. Я жутко бабанул. Но они как бы остались, но их как бы за эти не получать. Здесь ты получаешь за жетончики вот эти уровни. А за эти уровни уже получаешь вот. Также Brawl Pass можно получить, купить бесплатно. Это как в Fortnite боевой пропуск. Вы копите там несколько сезонов V-баксы. Вот. А здесь гемы. Здесь за каждый сезон выдается по 90 гемов. Получается, каждый второй сезон вы сможете купить Brawl Pass. Вот еще один из гемов сверху. Я посчитал, я себе пошел бы в первом сезоне, то купил бы второй, четвертый, прошлый сезон, шестой и так далее. Вот. Ну а если вы пришли во втором, то вам второй, такой, третий, пятый и так далее. Также давайте попробуем скатать за... кого? А вот давайте за... за Вольта. Мне все равно, я апаю на 500 по старой привычке, потому что раньше 500 кубков считалось очень много. Сейчас какие-то 35-е ранги, а раньше 500 кубков. Это очень клево. Так, добываем ящик. Также здесь есть, как бы, вот, у меня тут три моди на этого. Также есть еще и анимированные. Я как понял, они добавляют его каждый сезон. Так, надо добить динамайка. Паровозик Томас. Что-то мне тут своими динамайками. И также сюда этими шашками. Также здесь добавили гаджеты. Вот гаджеты, я скажу вам, это очень тупая идея. Блять, меня сейчас этот, наверное, убьет. Дэрил. Ладно, рискнем. Гаджет — это полнейшая фигня. Да, прикольно, разнообразит геймплей, но... понимал бы, добавили по одному гаджету. Они добавили вторые гаджеты по некоторым персонажам. Это очень тупая идея. Разработчики, если вы это увидите, пожалуйста, уберите их. Ну, я думаю, они не берут, потому что они и так уже их много сделают. И поэтому это убирать было бы тупо. Так, прокачаем Вольта. Как я понял, Вольт был за второй сезон. И его можно получить скин. Но так как я не пришел во втором сезоне, то скина, увы, у меня нету. Ну, уж извините. Также вас ждет скоро на моем канале кое-что новенькое. Я буду играть в одну очень старую игру. Кроме, ну, Plants vs. Zombies. Буду... там скачаю, буду проходить, я вспомню, каково играть в нее. Короче, если понравится, то посмотрите, поставите лайк. Ждите после этого ролика, как вы видите, примерно через 2-3 дня я смогу записать. Вот. Тем временем мы уже выиграли, стоим в лобби. Я думаю, пора заканчивать, потому что, ну, как бы, пока интересного контента нет. Но в следующем я хочу много делать роликов по Brawl Stars. Очень много. Ну а с вами был Эндер, всем подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, так что всем до встречи, всем пока!